Форум «Деревня. Душа России» проходит в эти дни в Дербенте. Это мероприятие инициировано Дербентским районом, представители которого обратились в Общественную палату России с предложением провести форум на территории района. Поддержал идею и глава республики, по указанию которого правительством был создан оргкомитет. Гости, их более 70 человек, представляют самые разные регионы страны. Сюда приглашены все члены Общественного совета Минсельхоза России, члены Общественного совета Минкавказа России, председатели общественных палат юга региона России. Сюда приглашены мои коллеги из Тывы, из Ямало-Ненецкого округа, из Крыма, из Краснодара, из Карачая-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии и так далее. Гостям показали щедрый урожай Южного Дагестана, познакомились с местными обрядами, угостили родниковой водой. В рамках форума поднимаются вопросы по поддержке сельских территорий, по субсидированию сельскохозяйственной продукции, внедрению новых технологий. Гости и участники форума поделились впечатлениями от происходящего в Дербенте. В прошлом году наша комиссия проводила здесь выездное заседание. В этом году мы участвуем здесь в форуме «Деревня. Душа России». И, конечно, впечатления просто замечательные, превосходные впечатления, потому что видно, что и правительство региона, и Министерство сельского хозяйства, они уделяют внимание развитию сельских территорий.